Богиня шопінгу. Бійся Мілан, тримти Париж, відпочивай Нью-Йорк. Центр моди зараз на ТЕТ, адже в ефірі богиня шопінгу. І цього разу шопінг перетвориться у справжній любовний серіал. Ще більше зваби, ще більше відвертостей, ще більше скандалу. У мене є 4 часа, 5 тисяч гривень, і нет ні стыда, ні совісті. Настрой у мене, як був в 90-х. Убивай. Мені стало страшно. Що буде далі? І цього разу дівчата зайдуть надто далеко. Адже окрім суконь, будуть шукати собі ще й чоловіків. Дівчатки, внимание, я знайшла об'єкт, який ми зараз будемо з вами соблазнять. Мартинчик, ну скажи. Скажи, королевішна. Жінки, що з вами? Для чого розповідати ці історії на телебаченні? Я тут про фасони, про силуети, про декольте. А тут прямо ти наймолодший, найстарший. Жах. Слідкувати за фешн-драмою будуть експерти замурних справ і ще ті серцеїди. Король тролінгу і просто ходячий довідник, як вийти заміж, Олексій Дурнєв. Я теж можу працювати психологом. Ти повинна його бросити. Він тебе не достоїн. Розставайся з ним. Ні, сходи з ним. Останній романтик українського шоу-бізнесу. Глибоко одружений Володимир Дантес. От я не розумію до сих пор, от жінка, яка хочеться замуж, щоб от мені штамп в паспорті поставити, щоб кольцо було. Щоб ходити, видели, видели? А я з пацаном. Головний стендап-комік України. Завидний наречений, але суворий і критичний. Андрій Колмачевський. Дуже круто, коли у психолога такий життєвий досвід. Перший муж, другий є, але при цьому є чоловік. Ну, давайте тепер вашими відносинами займемося. Але останнє слово за непохитним фешн-експертом. Найстильнішим чоловіком України Леонідом Мартинчиком. До бісу нудний гардероб. Дозволь собі сяяти. І вже сьогодні битву смаку і стилю розпочинає нова четвірка гарячих штучок. Неординарний психолог Гіл Мортіна. Регіональна медіазірка Білизная Олена. Блогер Фільова Оля. Та екзотична бізнесвумен Багірова Оля. Меня зовут Оля, я топчик, девочка веселит. Компания у нас забралась замечательная. Одной похудеть надо, это 100%. Меня зовут Ольга Багирова, и я лучшая черная полоса в жизни мужчин. Красотка. Меня зовут Тина, сколько мне лет, это не важно. Я психолог, достаточно экстравагантный. Мне кажется, мы со всеми девочками разные. Ну, королева с пешками не общается. Меня зовут Лена Белизна, мне 22 года. Ну, господи, что за дюймовочка, что это за бэби-бум? Ну, я занимаюсь организацией и проведением мероприятий. Я церемонимейстер. Я считаю самой медийной личностью в своем городе Полтава. Малолетка с такими вот широко открытыми глазами, хлопающими ресницами. Типаж людей, с которыми я в школе не общалась никогда. Ты так быстро разговариваешь, я прям не успеваю думать так быстро. Я могу немножко поговорить еще быстрее. 33 корабля лавировали, да не вылавировали. Это китайский? Лена ртом работает нормально. Ее бы рот, да в мирные цели. Она бы уже ездила бы на ламборжини, мне кажется. Тина, расскажи, чем ты занимаешься? Я практикующий семейный психолог. Поговорим после передачи. Я не стандартный психолог. Веду свой блог в Инстаграм. У меня есть пара, которую я развела. Не только на бабки, да? Да-да-да. Как к специалисту, конкретно к психологу, я бы, наверное, не пошла. Я не буду заявлять ни о чем, абсолютно. Если, например, мой молодой человек говорит, я хочу втроем. Для меня это нормально. Я знаю, кого позвать, чтобы было так. Ну, то есть, вот даже такие моменты. У меня очень откровенные блоки. Очень откровенный. Чересчур откровенный. Я не считаю, что этого нужно стыдиться. Но мне кажется, это очень пошло. Ну, это как-то вульгарно немножко. Допустим, я на такие темы балакать не могу. Не знаю, наверное, смелости мне еще не хватает, слава богу. Тина, говоришь, что ты спец в отношениях. А как у тебя в отношениях? Ты замужем? Да. У меня эффективный брак, у меня муж грек. То есть эффективный у вас? Это на бумажечке, который зафиксирован. Ну, это вид на жительство, да, и много там разных привилегий. То есть у вас нет чувств друг к другу? Нет, почему? Мы очень хорошие друзья.
друзья. Когда мы вместе, мы даже занимаемся сексом. И при этом всем у тебя есть еще и другие отношения. Я просто человек любвеобильный. Если, например, там Кирюша занят, да, всегда будет свободен Андрюша. Они друг про друга знают или нет? Нет. Подожди, сейчас они об этом-то могут узнать. А, ну сейчас уже, ну. Для меня это шок. Менять партнера – это одно, а одновременно 4-5 мужиков, ну, это переборчик. Ну, мне вообще по барабану, что обо мне говорят девочки. Это моя жизнь. Я вам так все это преподнесла. Теперь расскажите, что уже у вас по мужчинам? Если честно, я тебя не осуждаю, но я бы так никогда в жизни не смогла. У тебя, наверное, очень строгий парень, и ты боишься, да? А как долго вы вместе? Уже 7-й год пошел. Обалдеть. Ну, у нее такая размеренная, скучная жизнь. Оля, расскажи, что у тебя? Я работала 2,5 года в Дубае. А есть у меня парень. Парня ты своего в Дубаях нашла? Нет, парень мой с Украины. Я просто хачей не люблю, поняла. А черных? И черных? А, ну ты ж не считаешься. Ну, я сделаю вид, что этого не слышала. Вместе училась в школе. Ездили на одном автобусе. Сидели за одной партой. Сейчас мы живем в Киеве. Он меня во всем поддерживает. Кто подарил? Какой последнее было подарок? Кольцо. Я вам что дарить? А ну похвастайтесь. Мне на 18-летие подарили квартиру. Потом подарили машину. У меня сейчас жизнь перед глазами прошла. Я не знаю таких мужиков, куда пойти. Этот мужчина может, ну, как бы, быть везде. Везде их нету, я была везде. Значит, надо поменять, может, манеру какую-то. Я всегда, ну, такая, какая я есть. Не надеваю никаких масок с мужчиной. Я вообще проще пареный реп. Я умею получать подарки. Я постоянно радуюсь, как ребенок. Все обо мне. Почему мне никто не дарит квартиру? Что не так? Ты же психолог, найди подход. Так это потому, что я психолог, наверное, все вот эти вот барьеры. Потому что я начинаю копаться в его мозгах. Она просто расслабится и научится получить подарки. Так, щось Остапа понесло не в те русло. Дівоньки, ми тут не бойфренда шукаємо, а фешеном займаємось. Давайте дізнаємось ваше модне завдання на сьогодні. Вітаю, дівчата. Сьогодні ви маєте підібрати крутий образ на дискотеку 90-х. Зашибись! Нам щиро ваш Леонід Мартинчик. Ой! А хто це? Я просто не знаю. Ну, я рада, что мужик. Для меня тема дискотеки 90-х актуальна. Я могу вообще перевоплощаться в любой образ. Но я могу играть сегодня домработницу, горничную, официантку. У меня даже костюмы на все это есть. Девулечки, давайте, чтобы каждая была тигрицей. Не знаю, кто будет победительницей. Я даже не знаю, кто. Ура! Да будет шопинг. Ну, я думаю, что я справлюсь. Потому что фильмы я все-таки 90-х смотрела и смогу подобрать образ. Ради победы я готова идти по головам. Ну, потому что я по жизни победитель. Я Овен, я лидер. Отже, першою на фешн-полювання виходить не жінка, а справжня кішечка. Хитра, зваблива, а для чоловіків особливо небезпечна. У мене є 4 часа, 5 тисяч гривень, і нет ні стыда, ні совісті. Це буде ще тот шопінг. Сорому нуль, зате ідеальний смак і зірке око. Адже ця леді точно знає, як до нової сукні і гідного жениха підібрати. Звідки такий талант, зараз дізнаємось. Я роботу психологом, у мене онлайн-консультації, також лічні встречі. Я не знаю, чому психолог, встречая главную телепрограму о моді, не мог хоча б приодеться і не встречати нас в пеньюарі. И пары приходят ко мне с разными вопросами, я копаюсь в их личных отношениях, мы ищем проблему, потом мы ее решаем. Психолог, да все девочки этим занимаются с самого детства, копаются в чьих-то отношениях и как бы ищут решение. Ты должна его бросить, он тебя не достоин. Вот этот костюм я купила на гонорар, ко мне пришла очень состоятельная дама. У нее была проблема в том, что она жила с мужем, которого она не любила. И я ей сказала о том, что если ты не любишь человека, его нужно отпустить. Пожалуйста, я тоже могу работать психологом. Расставайся с ним. Нет, сходи с ним. И нужно найти себе другого. Блин, вот это мудрые советы. Ты, наверное, очень много училась.
Дуже класний білий брючний костюм, хороша довжина штанів, класний піджак. Непоганий лук, такий костюм дуже доречний в гардеробі, в принципі, будь-якої дівчини. На даному етапі у мене більше потребительське відношення к мужчинам, але, як такової любви, я більше в чоловіка не розтворююсь. В принципі, використовувати мужчин мене навчили самі мужчини. Ей, це неприємно. Тільки ми можемо використовувати дівчин. Я замужем за греком, у нас фиктивный брак, больше для того, чтобы у меня было больше прав в Европе. А если выходишь замуж за грека, какие, интересно, у тебя права в Европе? На оливковое масло? Без очереди. При этом мой муж может спокойно завести себе любовные отношения, и я знакома с его девушками. Мы можем даже вместе летать, отдыхать, это вообще абсолютно без проблем. Очень круто, когда у психолога такой жизненный опыт. Первый муж, второй есть, но при этом есть мужчина. Ну, давайте теперь вашими отношениями займемся. Психолог с большой буквы «П». Вот это платье я купила у украинского бренда, стоило оно 800 гривен. В этом платье я познакомилась с девушкой своего фиктивного мужа. Ну, можно же говорить там, Алексей, вот это мой фиктивный муж, вот это мои фиктивные дети. Вот сейчас фиктивная собака спит пока. Красивий колір, воланик, актуальний фасон, оголені плечі. Мені подобається легка ляна тканина. Влітку це ідеальний варіант. Єдине, мабуть, що не рекомендую одягати таку сукню з високими підборами, адже вона дуже коротка. З балетками, з мюлями, з кедами ця сукня буде виглядати дуже виграшно та круто. Ну, тіно, чоловіків кадрити, то тобі не образ по крамницях збирати. Тут флірту буде замало. Треба ще витримка і смак. Отже, у тебе 4 години, 5 тисяч гривень, аби купити суперлук на дискотеку 90-х. Let's go! Вот, кстати, я припоминаю, что у меня в 90-х было похожее платье. Помню, вот голосовала за Брежнева, вот такие времена были. Но сколько мне лет, я, нет, извините, не скажу. Я в этом платье замечательно сходила на свидание к своему парню. Я приехала в лагерь. Паша был мой вожатый, ему было 29 на тот момент, а мне было 14 лет. Просто с детства началось, посмотрите. Спрашивала, где ты живешь, он сказал, я живу в Днепре, ну, в принципе, ты же не приедешь. И тут через пару дней появляюсь на пороге, тук-тук-тук. Я говорю, Паша, 3 маршрутки, и я у тебя. И я осталась ночевать, соответственно, потому что было уже темно, меня положили в одной комнате, Паша лег в другой комнате. Если 3 маршрутки я не удержала, то, блин, положить в соседней комнате – это слабенький ход. Нужно было закрывать в сарае каком-нибудь и вешать амбарный замок. Паша потом утром меня выпроводил на маршрутку. Сказал, чтобы я ехала, и, в общем, и ехала. Мне кажется, я похожа на Мерлин Монро. Ну, не внешностью, а нравом. В принципі, досить непогана маленька чорна сукня, асилуету. Її можуть одягати жінки з усіма типами фігури. У випадку нашої учасниці вона може дозволяти собі більш приталені силует. Ось така кофта була на мені, коли я познайомилася з одним парнем в електричці. Очередной. Я без баяна, а з баяном кожен день. Написала йому номер телефону на листочці, бросила. Через буквально 3-4 дня він мене набирає і говорить, уїжджай ко мені, Тіна, все буде. Тобто ось так от просто в електричці попялився, тебе бросили номер, потім дзвониш, це я той загадочний парень, все, приїжджай, все буде. Тут ведеш, блін, ці передачі, і хрен би хто пригласив. Говорить, я живу в Кривом Рогі, це совершенно недалеко, 5 електричок, і ти у мене. И я, как всегда, была уже парня на пороге. То ли ее было сложно остановить, то ли общественный транспорт в то время действительно работал неплохо. А Тина такая, как бы мутить с парнями своего города – это ниже моего достоинства. Я лучше мотнусь в Кривой Рог, город любви. До речі, цей образ виглядає непогано. Ці кілоти в поєднанні з худі і такою косухою, і кросівками. Якось так. В принципі, образ непоганий. Але, знову ж таки, хотілося б не такого пацанського образу, не такого вуличного. Хотілося б якогось більш вишуканішого образу. Повірте мені, я більш ніж впевнений, що стиль 90-х може бути різним
І в тому числі жіночним та елегантним. Отже, у першій крамниці Тіна прошвенділа більше години. Обирала і спорт-кежуал, і дещо гламурне, але не стільки приміряла, як ділилась амурними історіями з бурхливих 90-х. В результаті нічого не купила, побігла далі. Вот это, как вариантик. Вот если бы я пошла на дискотеку в таком образе, меня бы забрали менты. А почему? Менты забирают всех, кто плохо выглядит. Оранжевые в этом году не в тренде, вы арестованы. Это раз история, а второй финал. Меня бы просто подцепил какой-то миллионер. Дяденька, например, которому, ну, лет 85. Дивіться далі. Неординарний психолог Тіна навчить розбиратись, чого хочуть чоловіки. Мужики гуляють всіх. Якщо не героїня, то кладезь, скринька Пандори. Бо її страшно відкрити. Дівчатки, внимание, я знайшла об'єкт, який ми зараз будемо з вами соблазнять. Там я сожгу, ти реально, я відповідаю. Воду свячену, я вже не маю сили. Що втне рудоволоса бестія заради перемоги? Какой-то разрез. Вообще от трусов. І бокал шампанського. Та чи допоможе самовпевненій Тіні бурхливий особистий досвід та сексуальна харизма спокусити безпристрасного фешн-експерта? Першою крамниці штурмує у пошуках образу на диско 90-х Тіна. В неї що не лук, то пікантна історія з особистого життя. Вечер с дяденькой заканчивается тем, что он пьет виагру, а я, соответственно, в этом танцую на столе. Худшее, что может произойти в жизни, это напиться виагры в 85 лет и умереть под Тиной. Да, я люблю мужчину, почему нет? Это спокойные капли, якісь, пласка. Знаете, кстати, статистику, что чем больше ты, извините, спариваешься, тем меньше ты стареешь. И угадайте, сколько было у меня партнеров, если я так выгляжу. Один. Да, ну согласитесь, выглядит она достаточно молодо. Максимум на 102 мужчины. 600. Больше 156. Это останется в эфире? Так, 156. Да, это тетрадь на 48 листов, клеточку, исписанная мелким почерком. Может быть, пока она добиралась на этих маршрутках и электричках к своим чувакам, она еще и в тамбуре увеличивала свой послужной список. Ну, а что скучать? Ну, во-первых, это больше, чем на 100, чем у меня было за всю жизнь девушек. Не тем я занимаюсь, ребят, все. Всем спасибо за съемку, я... Да, самый молодой Егор был младше мне на 14 лет. Тетя, вы не знаете, где мой мяч? Я не знаю, где твой мяч, но иди сюда. А самый зрелый мужик, когда мне был двадцатник, он был на 35 лет меня старше, как бы. Я думаю, он умер. Я тут про фасони, про силуэты, про декольте. А тут прямо ты наймолодший, найстарший. Це вже зовсім помило просто. Нічого спільного зі стилем, модою, жіночністю і вечіркою в стилі 90-х це немає. В этом танцювала Мадонна в лучшие свої годы. Все, і це годиться для 90-х. Но для нашої обыденної жизни, якщо ви будете носити вот это, ваші мужики будуть ходити і гуляти по другим бабам. 100%. Мужики гуляють всі. Як це не прискорбно? О, я не зміняю вообще никогда. Изменять плохо. Свечку практически держал, чтобы никто не изменяет. Потому что с женщиной должно быть интересно и классно всегда, чтобы не хотелось идти никуда. Я считаю, что хороший левак, он очень часто укрепляет брак. А плохой левак, типа... Как это выглядит? Ты где была, дорогая? Тать! Ты укрепляла наш брак. Ну ладно, вытри тогда размазанную помаду. Ой, прости. Мужчины сами по себе – это самцы, они завоевать. Им нужно добиваться женщину каждый день, через день. Они так самоутверждаются. Если не героиня, то кладезь, скринька Пандоры. Бо ее страшно открыть. Бо как откроешь, то так тебя просто повалит. И уже не встанешь и не уговтаешь. Ты воду свечену, я уже не маю силы. Если ваши мужчины хотят где-то подгульнуть, поедьте, пожалуйста, с ними, выберите ему та, которая понравится вам. Ну, вот это страшную, безгрудую, чтобы он, естественно, там нужду справил, а потом вернулся к вам. Ну нет, я хочу в эту. Хочу другую тетю. Так
прикольний светр, його можна подати дуже цікаво. Не треба обирати такі принтовані штани, можна взяти просто ті самі легінси, які так люблять дівчата. І це буде виглядати прикольно. А якщо одягнути навіть такий светр і подати його як сукню, і на підборах, цей образ взагалі буде суперсексуальним. Але вечірка в стилі 90-х – це історія не про це. До кінця шопінгу менше півтори години. І в другому бутику Тіна відкривала нам не тільки секрети фешену з 90-х, але й чого насправді хочуть чоловіки. Але від примірок наша психологиня втомилась, вирішила розважитись, подалась у повний пікап. То надо брать мужичка, который сидит один. Ну да, если ты подсаживаешься к мужчине, который сидит со своей женой, не все жены могут отнестись к этому с пониманием. Девочки, внимание, я нашла объект, который мы сейчас будем с вами соблазнять. Да, сейчас кого? Сейчас найдем их. О-о-о-о. Я просто очень люблю вот этот вот, знаете, стайл, шарфик, пиджачок и iPhone X в кредите. Там я сожгу, ты реально, я вам отвечаю. Здравствуйте. Мне так ноги натерли, вы не против, если я присяду? Ты реально к какому-то чуваку прицепилась. Так хочется кофе, а деньги закончились. Вы не угостите мне кофе? Это я просто. Хочется кофе, соболезную. Неприветливый молодой человек. Вы неприветливый? Мы пойдем тормошить официанта. С чего-то нужно начинать, Тина. Я просто хочу, чтобы вы меня угостили, потому что вы настоящие мужчины. Ну, мы, конечно, на начальстве, но... У меня просто ужасно болят ноги, я снимаюсь целый день, ну, снимаюсь в плане камер. Какой рекорд вы желаете? Да, конечно. За спиной 80 человек съемочной группы, и он такой, что происходит, сейчас, да. Учитесь, мотайте на ус, пока я жива. Что учитесь? Подойти и умолять чашку кофе? Тебе должны запретить проводить психологическую практику. На залицяння Тіна витратила купу часу. До кінця шопінгу якихось 15 хвилин, а на дискотеку 90-х у нашої пані тільки подарована кава. Але леді Вамп не нервується, а впевнено заходить у чергову крамницю і на швидку руч купує все й одразу. Ех, була не була. Шопінг закінчено. Ну що, шопінг завершен. І спорим, я буду королевою цієї дискотеки. Ну, дамочко, не кажіть гоп, поки не перескочите. Адже конкуренточки не сплять, а вже варять воду. Все у передчутті дефіле рудої бестії. Думаю, у неї буде декольте відкрите, тому що є що показати, і, в принципі, комплексів немає. Какой-то розріз взагалі від трусів. І бокал шампанського. На дискотеці 90-х я б була самая крутая, суперстар. Дівчонки, ви взагалі в тіні бачите конкурентку? Вообще нет. Почему? Ну, я думаю, она переборщит просто. Не знаю, не знаю. Сейчас я покажу этим пигалицам, как мы покоряли танцполы в 90-х. Тиночка, мы тебя ждем. Ну, Тіно, як казали в 90-ті, покажи, в чому сила, брат. О, це так кралечка з району, справжня дівчина-бандита. На дискотеці, як і в житті, Тіна не збирається бути непоміченою. Обрала яскраво-золотисту куртку оверсайз, яку доповнила а-ля хуліганською шапкою. Єдине, що видає її звабливу жіночу натуру – напівпрозорі фіолетові лосини. Це там попочка! Улыбки, правда, были натянуты, но я понимаю этот сарказм. Вышла такая звезда, и сидят такие никто. Надо признать, что надпись на шапке «Интроверт» действительно неплохой способ привлечь внимание мужчин. Мужчины любят такие вызовы и тут же бросятся ее раскрепощать. Але чи не перегнула Тіна? Зараз покажуть оцінки конкуренток. Два балла и не поставила десятку, это потому, что расстроила именно наличие просвечивающихся белых кружевных трусов. Я думаю, что она меня побаивается, поэтому она мне поставила высокий балл. Потому что если бы была бы по-другому, сейчас бы уже там бы были разборки и уже бы никого не снимали. Боже мой, я обожаю мышку, моя спасибо огромное.
Я поставила 9 тіні. Ну, круто, все підійшло. Це даже шапулечка. Ну, трусики видні були. Ну, як прийти на дискотеку і всі такі пацани. Угу. Я поставила тіні 9 балів, тому що мені все понравилось, помимо того, що вона була одета дуже тепло. Якби вона танцювала в такому теплому світшоті, їй було б дуже жарко, і розмахивая крыльями, возможно, я сходил бы специфический запах, и к ней бы никто не подошел познакомиться. Видимо, у этих куриц хорошо работает инстинкт самосохранения. Они просто боятся, что я им после программы втащу, и поэтому не ставят мне хорошие оценки. Отже, в сумі неординарний психолог заробила аж 26 балів. Але чи так само високо її образ оцінить фешн-експерт, дізнаємось пізніше. А вже наступною фешн-битву розпочинає повна протилежність норовливій тіні. Витончена Олена, для якої, якщо вже чоловік, то один і на все життя. Ну що, у мене є 4 часа, 5 тисяч гривень, непревзойденна внешність і отличне чувство стиля. Дівчонки-соперниці, у вас нет шансів. І я вам скажу, що свої ніжні вишукані сукні ця блондинка прикрашає гостреньким слівцем. Вона точно знає, що вдягти і що сказати. Робота така. Я професіонально працюю ртом. Інтересно, хто ж вона? Хто ж вона? Вона содержанка? Или ведущая? Я церемоніймейстер, ведущая, шоу-вумен. Боже мой, я тільки з третього разу догадався, хто вона. Це платье я купила на секонд на 600 гривень. Я в нем проводила самую дорогую свадьбу. Это была свадьба турка и украинки. Он оказался очень щедрым, очень приятным и милым. Я даже понимаю, почему она вышла за него замуж. Он всех научил гостей заворачивать правильно шаурму и все такое. После того, как со мной рассчитались за гонорары, я смогла купить себе новенький iPhone 8 Plus. Нам бракосочетало. Смотри, как надо, вот десяточка, понимаешь, да? Вот так надо вести церемонию. За это сколько платят? Кажется, мне нужно ответить на пару сообщений. Не знаю, наскільки така сукня підходить вести якісь урочисті події. Все-таки на весіллі в такому світлому образі, майже в білому образі, має бути одна жінка. Це наречена. Я вважаю самою медійною лічністю в своєму місті, в місті Полтава. Мені навіть брали інтерв'ю, от іменно під такою надписью «Самая медійна лічність в нашому місті». А інтересно, у них є якесь собрання? Главных региональных медийных личностей. И так они все собираются и обсуждают, какие у них там медийные дела и кто как свадьбу за какой телефон провел. Больше всего у меня в гардеробе именно платья. Их около штук 40-50. 50? Я уже точно знаю, кого не стоит звать на 50-летний юбилей. 50-летием вас, Степан Степаныч. И это одно из самых дорогих платьев, которое стоило около 7 тысяч гривен. Это было очень серьезное мероприятие. Все, конечно, были такие шишки, всякие мажорные. Но называть имена, конечно же, я не могу. Конечно, мы просто их все знаем. Знаменитые шишки и Полтавы. Это. Люблю это платье носить вот с вот такой вот моей шубкой. Вы знаете, свадьба очень пафосная, но совершенно без отопления. Когда на платье с пайетками накидывают меховую шубу, уже не надо говорить, что ты из Полтавы. И так понятно. Сукня справді дуже урочиста. Єдине, що така сукня трохи додає їй віку. Не треба обирати такі строгі, важкі, обтяжені пайетками та стразами сукні. Якщо хочеться одягнути сукню і хочеться до неї одягнути щось наверх, краще купіть класний, приталений чи вільний оверсайз жакет. Головне качество моєго характеру, як мені кажеться, це упертість. І якщо я вирішила побідіти, то це 100% буде моя побіда. Ой, відчуваються, білявка ще дасть нам жару. Адже, самі знаєте, у тихому болоті ще ті кралечки водяться. Отже, 4 години, 5 тисяч гривень. Шопінг розпочато. Тематика 90. Це, звісно, дуже цікавий питання, тому що я взагалі ніколи в житті навіть не була на дискотеці в форматі 90-х. Но... Первая ассоциация – это, наверное, что-то такое яркое, кислотное, вот эти вот цвета. Ой, ты из Полтавы, ты все знаешь о 90-х. Кстати, я в похожем платье проводила одну свадьбу, вторую свадьбу в моей жизни. Там такая загонная история была, это вообще… Загонная история? Это как?
Давайте узнаем, что же там произошло. Был прикол в женихе, потому что он очень сильно перебрал. Просто некоторые ребята так сильно не хотят жениться, что лезут на дно бутылки. Я не знала вообще, что делать. Ну что делать? Перекатывать яйцо из штанины в штанину, что там, опускать банан в бутылку и все вот эти ваши разнообразные сценарии для свадеб. Я ненавижу свадьбы. Ну, в итоге, мы, слава богу, все разрулили, все было круто, гости были довольны и даже не заметили о том, что жениха вообще увезли на скорой. Не удивлюсь, если жениха увезли на скорой, а чтобы никто не заметил его отсутствие, на его место поставили фикус. Вот, вот кстати, хотела сказать Дурневу, если ты когда-нибудь, ну, я сомневаюсь, что это случится, будешь жениться... Блин, я не могу понять, и меня постоянно ненавидят участницы. Правда, я почти всегда отвечаю им тем же. Я тебя очень прошу, не напивайся, потому что тебя и трезвого просто невозможно выдержать. А если ты будешь еще и пьян, то, мне кажется, твоя невеста будет самой несчастной женщиной в мире. Ты прыгнула не в тот поезд, малая, реально. Нет, я обязательно напьюсь и буду петь свою любимую песню. В темно-синем лесу, где трепещут осины. Ну и там дальше слова. Выгляжу в нем, как плоская гладильная доска. Я тебе хочу сказать, после того, что ты сказала 2 секунды назад, ты в любой одежде так выглядишь. Не варто приховувати свою лінію талії. До цієї сукні можна додати якийсь широкий пояс, адже саме тоді такі широкі ремені на талії були дуже актуальними. Платье, звісно, стрьомне, но як для 90-х, в принципе, покатит. Вообще не люблю, когда такой цвет синий используют в декоре на свадьбе. А то потом весь декор синий, и гости потом после третьего стола синий. Кто был на свадьбе, он знает. Видишь синий цвет такой, а я набухаюсь сегодня. Ну а вообще меня очень дико бесит на свадьбе вот эта вот фразочка. Вообще это неадекватно. Чарка в чарку, кружка в кружку, поцелуй боярин дружку. Это, простите меня, запикайте, это Это богиня шопинга, а не азбука Морзе. Мы ничего здесь не пикаем. Чем свидетелям целоваться? Я вообще этого не понимаю. Нахрена вообще на свадьбе свидетели? Нет, они еще их лизаться заставляют. Потом пары расстаются, потому что у свидетельницы парень сидит рядом, у свидетеля вообще жена беременна на третьем месте. Нет, чашка в чашку, кружка в кружку, поцелуй боярин дружку. Ну это жесть. Ну, в этом полтавской, конечно, можете вот эти заигрывания, чарка в кружку, вот это все целуйтесь там. У нас все четко. Давай. Твоя подруга, иди отрабатывай. Вы даже сказал, чересчур эффектно. Да, блин, я вообще, меня аж откинуло вот так назад, настолько эффектно. Це не історія про 90-ті, тому Олена трохи помиляється, а колір навпаки класний, холодний, відтінок синього, так як її зовнішність тепла. В неї теплий колір волосся, в неї красиві теплі очі, тому їй дуже до лиця контрастний ось такий блакитний колір. І в принципі дуже часто я рекомендую дівчатам, які мають теплий колір волосся, тепло засмаглу шкіру, обирати речі холодних відтінків і навпаки. От, кстати, красний топ. Вот это вот юбка. Я знаю точно, что вот такая вот расцветка звериная – это тренд этого года. Почему это тренд? Это не тренд, но леопард – это дно, это плохо. Потому что я вообще немного в этом разбираюсь, так как я вот веду утреннее шоу на телевидении, рубрику «Фэшн». Лена, ты знаешь, что такое мартинчик? Честно, я знаю только просто, что такие существуют, а чем они занимаются. Я даже Дурнева никогда не смотрела, он просто стрёмный. Обожаю, когда так говорят. Ребят, когда так говорят, это значит, она пересмотрела все по 10 раз. Просто по 10 чертовых раз. Это дело не в Полтаве, дело в том, что, не знаю, у меня просто нет телевидения, я его не смотрю, поэтому я не знаю вот этих вот всех звезд. Человек, который работает на телевидении, не смотрит телевидение, но зато самое медийное лицо. Насколько я понимаю, у Лены очень ограниченный объем памяти в голове, и она запомнила просто всех полтавских шишек, и туда уже не помещаются все остальные. Ну ничего. Таких можно девушек встретить на трассе
Київ, Харків, яка проходить через Полтаву. От там от такий от контингентик. О, дивлячись на цей лук, Олена, не можу я сказати, що ви розбираєтесь в моді, тому що тема 90-х, звісно, складна, і тоді були дуже дивні різні поєднання, іноді між собою недолугі, але це не означає, що ви маєте виглядати так само. Ця шубка, ця леопардова спідниця і цей червоний топ – ні-ні-ні, будь ласка, не перетворюйте себе на посміховисько. Ви романтична, класна, ерудована дівчина. Знайдіть такий же образ просто в стилі 90-х. Отже, у першій крамниці наша блондинка пропадала аж півтори години. І якою б скромною Олена не прикидалась, але на диско 90-х обирала те, що підкреслить її довгі ніжки і струнки форми. Але дівчина не буде дівчиною, якщо не обійде всі крамниці. Вот эти вот такие вот веселенькие полосочки. Веселенькие полосочки? Ничего, что так 100 лет назад одевали заключенных. И что-то такое... О! Вот эта вот курточка просто, просто бомба. Я, кстати, снимаю такие видосики, вайны, коротенькие, минутные, часто для инстаграмчика, с которых можно просто поржать и весело провести время. Девочки, в макияже самое главное — густые четкие брови. Используем самую яркую помаду и делаем максимально объемные сочные губы. Когда мы фотографируемся, складываем губки так, чтобы мужчинка понимал ваш потенциал. Это матовая помада! Зачем ты мне сказал это посмотреть? Не, ну фэшн-эксперта видно издалека. Действительно, человек понимает, разбирается. Лена, только что ты рассказывала, я не смотрю телевизор, не знаю всех этих ребят, но, по-моему, кое-кто пересмотрел все видео Насти Ивлеевой и решил, что если повторить их слово в слово, то получится неплохо. Открою тебе маленький секрет. Настя Ивлеева их тоже не придумала, она посмотрела их в Штатах. Поэтому ты скопировала скопированное. Хлопчикуватий, такий бунтарський образ із 90-х. Ні-ні-ні-ні, це зовсім не її історія. Олено, будь ласка, я вас дуже прошу, знайдіть щось, те, що буде підходити саме вам. Що це за красотка із 90-х? Така прямо зараз би на скейтборд, і оце по райончику потусити, поїздити. Ну просто чим далі, тим хуже становиться. Все було так нормально-нормально, тут іменно з нього полезли якісь черти. Дивіться далі. Найжорстокіше дефіле сезону. За що Олену розкритикують дощенту? Я не знаю, куди вона наділа ці панталони. Не пропустіть! Шопінг-афера. Що планують конкурентки, аби залишитись у грі і злити найсильніших? Далі на ТЕТ. Несмотря на те, що вона хороша, оцінки все-таки ставлять плохі дівчатки. Ну і 5 по-любому. Ні, це не зайця, це просто здорова конкуренція. Другою по крамницях бігає церемоній-мейстер Олена. І ця ніжна білявка обирає далеко не мімімішні сукні. Звісно, такий прикид підійде не під кожну фігуру. Ти виглядиш так, як ти сам до себе відносишся. Ну, ти знаєш, Леночка, як ти себе не відносись, якщо у тебе немає груди, то вона там і не з'явиться. Мне, например, была история, парень мне один очень нравился в школе. И я решила все-таки ему об этом сказать. И он мне так в лицо сказал: Лена, ты страшная, я с тобой не буду. Это просто разбило мне сердце, разорвало меня на клочья. Жестокая полтавская романтика. Ты мне нравишься, ну а ты не очень. Очень велик, очень. Вот это вот декольте, здесь ни один бюстгальтер не поможет. И без него это выпадет все, чего нет, и то выпадет. Жаль, 5000 гривен не хватит на операцию по увеличению груди. Это был бы неплохой костюм на тему 90-х. Это справді попадание в десятку в тему 90-х, але комбинезон сидить не за розміром. Якби Олена правильно підібрала розмір, одягнула підбори чи якісь класні кросівки чи кеди, то цей комбинезон підійшов би. Так, времени остается уже совсем мало, нужно быстренько выбирать обувь. Вот эти вот. Вот как, кстати, для 90-х вообще топ. Да, конечно, каблук немного низковат,
Я люблю побольше каблук, чтобы ноги еще казались длиннее. У меня рост 1,80 м. Что? Я забираю все свои плохие слова назад. Мне эти проблемы ни к чему. Я очень много наслушалась таких вариантов, как и лыжа, и шпала, и доска гладильная. Да, доска гладильная называют же из-за роста. Раньше я пыталась скрыть свой рост. Как можно скрыть свой рост? Ходить на коленях и так на колени надеть кроссовочки и вот так вот ходить, будто ты маленький человек. Такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, тык-тык-тык, всем привет. Постоянно сутулилась, чтобы немножко убрать пару сантиметров. Вот пыталась перекатиться на одно бедро как-то вот. Ну а сейчас я любила себя такой, какая я есть. Такі черевики теж були в 90-х, і мені цікаво, під який образ Олена підбирає таке взуття, але я підозрюю, що це знову якийсь такий брутальний, такий не дуже охайний образ. Але вона говорить про взуття на підборах, тому в мене є дуже-дуже велика надія, що вона одягнеться романтично, цікаво і елегантно. Олена за розмовами і примірками дотягнула до останнього. Адже часу в неї якихось 15 хвилин. Їй нічого не залишається, як в останній крамниці купити і одяг, і взуття. Молодочок, можна мені, пожалуйста, мій супернаряд? От денежки. Я взагалі ізначально немножко волновалась, але тепер я уверена, що мій наряд буде самим лучшим. Всі експерти його 100% оцінять. У блонди повна фешн-готовність. Шопінг закінчено. Ю-ху! У мене осталось і время, і деньги. А у вас, дівчонки, не осталось шансів. Олена по життю звикла бути в центрі уваги. Тому і сьогодні настрій в неї утерти дівчатам ніс. Але, схоже, за серйозну модницю її конкурентки не вважають. Налаштовані скептично. Нічого вау від неї не чекають. Я думаю, що... Короче, моего прикида не будет, ну, надо посмотреть. Чувствую себя великолепно, я уверена, что сейчас выйду и просто покорю этот подиум. Я думаю, это будет что-то более скромное, сдержанное. Чтобы парень, когда посмотрит, да, чтобы он... Чтобы он не передумал, там, забрать свое предложение обратно. Я думаю, что вообще ее последний шанс. Но я надеюсь, что хоть паранджины будет. Я думаю, там хоть... кипит открыть, чищешь. У нее их нету. Я от каждой девочки жду 9 или 8, но не меньше. Несмотря на то, что она хорошая, оценки все-таки ставят плохие девочки. Да и 5 по-любому. Ну, Оленко, покажи, кто кому тут конкурентка. Оце так! Зі слухняної цяці блонда перевтілилась в загадкову кралю з 90-х, за якою просто таки плаче фільм «Красуня» і сам Річард Гір. Олена вдягла трикотажний костюм модного і нині гірчичного кольору з укороченим топом і штанями кльош. Доповнила образ кокетливою пов'язкою, ботильйонами та сумочкою в тон. Когда я вышла на сцену, я вообще кайфовала. Я чувствовала себя звездой, выглядела эффектно, ярко и достаточно сексуально. Лен, ну хотя с твоей фигурой, даже если ты в этом придешь на дискотеку, все равно пару человек да прицепится к тебе. Я бы добавил, что вот в каждом наряде она выглядит, как будто сейчас будет проводить свадьбу. Але як оцінять такий незвичайний образ інші дівчата? Я Ленечку поставила 0 балов, тому що вона відповідає такій оціночці. Я не знаю, куди вона наділа ці панталони. Вона би прийшла на дискотеку 90-х, постояла би в сторонці, і все, і мирно би ушла. Вона поставила плоху оцінку просто із зависті. В цьому костюмі добре видно мою фігуру, мої достоїнства. І коли вона це все побачила, то зрозуміла, що її ні ботекси, ні косметологи, ні хірурги їй просто вже не допоможуть. Ні, це не заяць, це просто здорова конкуренція. Я поставила Лені 6, тому що, я думаю, вона була не така ярка, як Тіна, але, чесно, мені подобалось, як сидів цей костюм на її фігурі. В принципі, було все гармонічно, було все шикарно. Вона могла піддатися впливу дівчинок і просто от, під шумок зі всіма поставити погану оцінку. Я поставила Лене 0 баллов, потому что у нее обвисшая задница. И я считаю, что с такой неподтянутой фигурой не стоит одевать такие облегающие брюки на ягодицах, которые абсолютно не подкачаны и не подтянуты. Они реально в танце у нее просто дребезжали, как холодец. Видит во мне самую главную конкурентку и попыталась от меня избавиться таким образом. В один прекрасный момент мне стало страшно. Что будет дальше? Оце так конкурентки. Ворогу не побажаєш. За весь сезон Олена набрала найменшу кількість балів.
хоч погодьтеся, образний такий вже й жахливий. У неї всього 6 балів. Олено, не засмучуйся. Останнє слово за фешн-експертом. Його бали ми вже дізнаємось у наступній програмі. Після того, як свої луки підберуть Оля Фільова та Багірова Оля.